Пожалуйста, вот я совершенно права с вами, что все начинается с семьи. И фундамент, по которому вы говорили, все закладывается в семье. То есть школа – это мостик от семьи вот к этому фундаменту. А вот в наше время, как вы думаете, почему институту семьи столько мало уделяется времени? Вот вообще институт семьи как таковой, вот на базе нашего государства, оно работает, функционирует, потому что, да, это прекрасно, что вот мы призываем к духовности на своих уроках, в массовых мероприятиях, во внеурочной деятельности. Но вот, к сожалению, из моего опыта 50% родителей это принимают, а 50% говорят, а зачем вы навязываете это моему ребенку? И вот тут вопрос семьи, вот института семьи, на мой взгляд, стоит очень-очень важно. К сожалению, мне кажется, что вот институт семьи на данном этапе у нас в плачевном состоянии находится. Как вы на это смотрите? Мы опять возвращаемся к чему? Каким образом создается институт семьи? Если мы в школах, сейчас и в семьях начинаем воспитывать лидеров, а это сплошь и рядом. Я позапрошлом году был в Риге, и там начальник как раз отдела рижского, который заведует как раз проблемой прав ребенка и детей, как раз взывал и говорил, что мы делаем, родители, вы с ума сошли? Вы воспитываете лидеров? Так вы понимаете, что если все будут лидерами, а все прочие кем будут? Кем они будут? Изгоями? Лидеры в лучшем случае, они иногда рождаются. И невольно, им не надо ничего, не воспитывать, ничего. Просто рождается вот свойство, есть такое и все. Суворов родился вот таким гением, полководцем, и все. Разве вы думаете, что он научился, что ли? Что не потерпел ни одного поражения? Ну, конечно, нет. Он родился. Так и здесь, когда мы воспитываем лидера, что еще ожидать? А когда два лидера эти сходятся, брак, что начинается? Что начинается? Как, что, кто может помочь этим лидерам разобраться, кто же все-таки у них станет лидером? Да невозможно. Пожар и разрыв. Если бы мы... Я вам скажу, что никакое государство здесь в этом отношении не поможет. Тем более надо учесть, что еще пока еще был кордон, так называемый, и когда еще не было этого интернета, еще можно было в какой-то степени сохранять устои прежнего воспитания, прежней морали. Теперь все открыто. Граница сломлена. Вся грязь и вся гадость, которая только есть на свете, она может быть, пожалуйста, использована любым нашим человеком. Поэтому задача уже к чему сводится? Чтобы родители и доказательствами, и своим личным примером, своей личной жизнью могли действительно что-то сделать, чтобы их ребенок был действительно человеком, а не игрушкой в руках вот этих мод и веяний, которые идут к нам с этих гадких ветров. Я другого не вижу. Что государство может сделать? Ну, говорят, да, не разводитесь. Ну, и больше половины разводят. Ну, что мы можем приказать не разводиться? Ну, смешно. Смешно. Вся суть-то в нравственной нашей основе. Наше самолюбие. Христианство говорит, что уже бороться с своим эгоизмом, своим самолюбием, тщеславием и гордостью. Бороться надо, как с любой гадостью. А мы, напротив, проповедуем. Человек, это звучит гордо. Ну, слушайте. Это все зависит от нас, поэтому я вам скажу. Не нужно рассчитывать на какие-то акции сверху. Мы должны делать каждый свое дело на своем месте. Вот дал Бог нам вот этот квадратик нашей деятельности. О, здесь нужно его очищать максимально, насколько это возможно. Мне кажется, только на этом пути можем что-то сделать. Надеяться на какие-то государственные инструкции,
Это утопично и ну, просто нереально это. Поэтому будем сами делать то, что можем.